Дети из 16 семей приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний», проходившей на Красногорск-арене имени Петрова. Все они писали письма Деду Морозу с подробным отчетом о своем поведении в году уходящем и просили исполнить их мечты в преддверии праздника. Главный зимний волшебник счел успехи ребят достойным поводом для поощрения. Из рук Дедушки Мороза кто-то получил робота, кто-то любимую куклу. Маленькая Маргарита Шенгина заказала игрушечного котика, а получила красивого рыжего кота. Имя ему еще не придумала, но надеется, что с ним поладят три кошки, живущие у нее дома. Игорь Булюкин занимается вокалом и очень хотел получить в подарок караоке-микрофон, чтобы можно было репетировать дома. Все мечты детей осуществились благодаря неравнодушным взрослым, которые помогали Дедушке Морозу. Среди них руководители спортивных учреждений, банка ВТБ, активисты Красногорска, представители администрации. Никто не остался в стороне, и каждый сделал такой жест внимания нашим детишкам, которые являются самым ценным в нашей жизни. Мы очень надеемся, что вот эти сюрпризы поднимут им настроение, и они уже с этим хорошим настроением уйдут в 2024 год, который, как принято говорить, как встретишь, так и проведешь. Максим пришел на праздник с бабушкой. Сейчас он учится во второй гимназии, мечтает стать врачом и коллекционирует модели военной техники. Поэтому выбор подарка очевиден. Я заказал танк, потому что я очень люблю технику и верю в Деда Мороза. У меня в коллекции уже два танка, это второй. Исполнение маленьких предновогодних желаний дарит детям ощущение праздника и множество положительных эмоций, делает настоящее прекрасней и вселяет веру в чудо.